Добрый день, уважаемые любители профессионалы боевых искусств. С вами Роман Карасев. Вы смотрите видеоканал «Планета Дзюдо», рубрика «Библиотека боевых искусств». И сегодня я хочу познакомить вас с книжкой, которая называется «Китайский цигун. Стиль парящий журавль». Это книжка на русском языке, автор Чжао Цзиньсян. Это перевод с китайского, который выполнен Богачихиным, изданным в 2003 году издательство Кравчука. Очень интересное, на мой взгляд, издание. И я прочитаю сейчас заглавие. А вначале я скажу, что перевод выполнен по изданию книги, которая была издана в Пекине. Это было второе издание 1987 года. Еще раз скажу, как она называется. «Китайский цигун. Стиль парящий журавль». Автор непосредственный, китайский автор, Чжао Цзиньсян. И давайте мы ознакомимся, что же в этой книги есть интересного, что может быть полезно для мастеров боевых искусств, кто практикует различные стили, системы. Парящий журавль – популярная в Китае система саморегуляции с целью оздоровления, лечения, повышения физической и умственной работоспособности, творческих возможностей, преодоления жизни, инициации скрытых способностей, относящиеся к цигуну, работе с ци, жизненной энергией. В данной книге органически сочетается цигун и теория китайской медицины, раскрываются механизмы лечения болезней, приводятся эффективные методики быстрого очищения энергетических каналов, увеличения ци и работы с ней на основе синтеза знаний древних и современных научных исследований. Кроме пятиступенчатого комплекса, автор знакомит с многими специфическими упражнениями, отвечая на вопросы, часто возникающие у занимающегося. Итак, вот это краткое описание этой книги. Книга имеет разделена на части. Она имеет 11 частей, где каждая часть имеет свои главы. Ну, допустим, я сейчас озвучу вам те части, которые есть, а главы я не буду озвучивать, и потом немножко покажу, как выглядит эта книга. Краткое знакомство, это часть первая. Часть вторая – работа над нравственностью. Часть третья – что следует помнить занимающемуся. Часть четвертая – поля пилюли, позвоночный столб и основные биологически активные точки. Часть пятая – динамическая работа дунгун. Часть шестая – работа стояния столбом. Часть седьмая – часто используемые вспомогательные методы работы. Часть восьмая – цигун и воспроизводящие жизненные и духовные энергии цин, ци и шэн. Часть девятая – китайский цигун, стиль парящий журавль и инь-ян, пять стихий китайской медицины. Часть десятая – основные сведения, относящиеся к каналам. Часть одиннадцатая – ответы на обычные вопросы тренирующихся. Как мы видим, книга достаточно емко наполнена информацией, хотя сама по себе не очень толстая, имеет всего лишь порядка 250 страниц, но она сделана в хорошем жестком переплете, очень симпатично оформлена. И вот давайте мы посмотрим, что здесь у нас есть. У нас, конечно, книжка в основном она в текстовом формате, но также и очень есть много рисунков.
показывающих, какие техники и как выполнять, их название, описание. Вот вы можете увидеть здесь, что тоже очень хорошо для как самостоятельной практики, самостоятельного изучения, так и изучения в группах. Ну, допустим, это очень хороший материал для тех, кто уже практикует цигун, тайцзи или другие виды боевых искусств, именно с точки зрения оздоровительных практик, что можно тоже взять какой-то анализ сделать, сравнительный тех или иных техник. Вот еще раз, да, допустим, здесь вот также описание идет текстовое и рисунки, не фотографии, а именно рисунки, на которых показано, как выполняется то или иное упражнение. Очень интересно этот материал. Также есть и такие вот материалы, как устройство организма. Поэтому эта книга очень, я думаю, что она будет полезна всем, кто изучает боевые искусства, различные системы физической подготовки, оздоровительные гимнастики и так далее. Еще раз напомню, это «Китайский цигун. Стиль парящий журавль». Перевод книги, автор Чжао Цзиньсянь. Перевод выполнен Богачихиным. Издательство Кравчука, 2003 год. Рекомендую эту книгу для библиотеки боевых искусств. Всего доброго!